На акции «Найди друга» пес Мишка в центре внимания. И взрослые, и дети хотят с ним поиграть. В этот день у него есть возможность обрести свой дом и стать любимым питомцем. История на самом деле очень печальная, потому что помет щеночков был найден в феврале в морозы. К сожалению, это единственный щеночек, который выжил, остальные все погибли. Вот. Ему 6 месяцев. Всего на акции представлено 20 животных из разных приютов. Кошки и собаки, которые ищут своих хозяев. Все животные привиты, прошли ветеринарный контроль. Вот. И еще сегодня для деток мы организовали аниматоров. Также у нас работал шаржист, который рисовал замечательные картины. Вот. Мы благодарим за отзывчивость некоммерческий фонд «Зоозащита», конечно же, и спасибо большое нашему руководству. Взять животное из приюта несложно. Главное – выбрать будущего любимца и понимать всю ответственность. Ведь о братьях наших меньших важно заботиться постоянно. Мы оформляем договор с обеих сторон, куратор и новый владелец. Отдаем один экземпляр договора владельцу, один оставляем себе. 9 кошек и собак уже нашли свой дом. Их взяли в заботливые руки. При этом организаторы планируют и дальше проводить акцию «Найди друга» на территории Одинцовского округа. Наталья Гончарова, Екатерина Крамер, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».